What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Silent Hill в рубрике Old School. Я вас приветствую в 14-й части моего прохождения. Нет, только не снова, нет, на этот раз все по-другому. Это не перемещение из реальности в кошмар. Скорее превращение реальности в кошмар. Ох, не нравится мне это ощущение, словно должно случиться что-то дурное. Без сомнения, грядет что-то ужасное. И даже Гарри уже нам сказал, что без сомнения грядет что-то ужасное. И да, он не ошибается, конечно. Мы видим, что реальность превращается в кошмар. Прямо у нас на глазах. Вот о каком напрыгивании на нас я вам говорил. Сейчас. Зайдем в меню. Давайте подлечимся. У нас уже красный статус совершенно. Я использую аптечку, чтобы быть полностью нам здоровым. На этот раз реальность превратилась в кошмар прямо у нас на глазах. Мы никуда не падали ни в обморок, ни как-то... Не случалось ничего такого. Мы просто шли, и тут все превратилось в кошмар. Да, безусловно, это, так сказать, самое худшее. Нас догоняет, но нет, мы все-таки убежим. Мы убежим. Собаки еще злее стали. Бежать, бежать, скорее бежать. Итак, где мы находимся? Здесь дорога заблокирована. Ёлки-палки. Фу. Бежим дальше, скорее, в другую сторону. Еще раз посмотрю на карту. Ух, как... Как же их много. И здесь тоже заблокировано все. Поворачиваем назад. Надо было бежать по главной дороге. Надо было бежать по главной дороге, не сворачивать сюда. Может быть, главная тоже заблокирована, я не знаю, сейчас узнаем. Самое, конечно, ужасное, это напарываться на тупики, когда за тобой столько нечисти бежит. Просто огромное количество. Но нет, здесь вроде нет тупика, сейчас посмотрим карту еще разок. Вроде тупика нет пока что. Пока что хорошо, идем. Но шум опять же нарастает. Теперь у нас птеродактиль. Это не самое страшное. Что ж такое? Опять я куда-то повернул, не туда. Пробегаем вперед. И бежим прямо на маяк, прямо на пирс. Здесь нет никакой двери. Просто тупик. Еще раз посмотрим карту. Куда же нам нужно пройти? Куда же нам нужно идти? Нас продолжают атаковать. Я действительно уже плохо понимаю, куда нам нужно двигаться. Справа какие-то непонятные строения у нас. То есть слева. Так, давайте возьмем еще левее. Может быть, тут что-то будет. Что-то прояснится. Нет, тут просто конец. Тут конец. Ничего нету. Опять ничего же не вижу. Что же такое-то, а? Что же это такое? Здесь тоже все заблокировано. Куда же идти? Почему? Я не знаю. Так, где выход? Срочно найти. Это просто какой-то кошмар. Ну, собственно, да, чего мы ожидали.
Это, безусловно, кошмар, да еще какой. Просто невероятный кошмар. Давайте еще раз отправимся в тот проход. Ужасный, с кучей монстров. Особенно вот этот прыгающий. Я больше всего его пугаюсь. Он и догоняет нас очень быстро. Здесь просто тупик. Почему Гарри не отмечает, что здесь... А нет, стоп, здесь все-таки можно пройти. Все-таки здесь можно пройти. Посмотрим, где здесь можно... Может, здесь что-то важное? Раз тут какой-то странный такой проход, переход. Может быть, здесь что-то есть важное. Давайте еще порыщем. Порыщем, посмотрим. Так. Ох, ёлки-палки! Сколько же их? Вы только поглядите. Почему нам здесь такой ракурс дают? Почему нам здесь дают такой ракурс? Как будто это важно. Куда же бежать? Везде тупики. Куда же бежать? Давайте еще раз посмотрим карту. Ох, жесть, слушайте. Да, ну, судя по карте, особенно потому, что у нас отмечен маяк, прямо вот как точка, видите? Прямо точка яркая. Хотя, ну что это может... Нет, ну, наверное, это что-то все-таки значит. Давайте еще раз сходим туда и перепроверим все. Все перепроверим, пока нас окончательно просто не слопали, я вам скажу. Надеюсь... Ну, хотя там была решетка, я не знаю. Мне такие тупики очень-очень опасны. Нас там могут просто зажать и все. И просто кошмар. Вот. Стоп! Направо. Вот же, спуск вниз. Как я опять его пропустил. Давайте скорее. Скорее, пока нас кто-то не съел. Какая-то лодка. Давайте зайдем на нее. Ох, блин, он на нас дошел. Дошел-таки до нас. Давайте зайдем уже внутрь. Ух, надо было быстрее зайти. Так, мы наконец-то внутри. Фу, посмотрим на наше здоровье. Да, уже немножко плоховато у нас здоровье. Немножко подлечимся нашими витаминами. Посмотрим. Да, а что вы, собственно, хотели? К переборке прибит труп. Что мы хотели, что вы хотели? Знаете что, мне не нравятся вот такие переходы из одного места в другое. Они сулят нам только еще больший ужас. Sybil. Harry. How did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. I'm glad you made it. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. I want to know what's going on here. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. It's not me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading, trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, the
This whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, I... The demon is awakening, spreading those wings! Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. The demon taking that child's form. Stop it before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil, thanks. You will need to use it. Use what? The Flaurus. Only with that can you stop it. What about Sybil? И также внезапно, как наши герои приходят, также внезапно они исчезают. Сибил, долго не думая, отправляется в парк развлечений. Выбирает его сама и отправляется туда, а мы должны отправиться к маяку. И что я скажу, впервые, конечно, за долгое время, за долгое-долгое время, Гарри говорит чистую правду. Это действительно кошмар. Действительно кошмар поглощает город. Действительно он затягивает его в себя. И затягивает всех, кто в нем находится, в себя. Чей это кошмар? Конечно, вы можете уже догадываться, чей это кошмар. Но пока что еще рано раскрывать все карты. Но да, да, это, конечно, вот... Такой редкий момент, так сказать, просветления, который Гарри наконец-то наступил. Наконец-то он, так сказать, понял всю истину. По-моему, у нас тут птеродактиль. Да, ну мы от него убежим, если сможем, безусловно. Отправляться на маяк, опять же, нам нужно. Он на нас напрыгнул, но не успел. Итак, пробегаем. Пробегаем по доскам, по каким-то... Фух. Пока что все удачно. Довольно-таки. Один раз он нас все-таки ударил. Ну что ж такое. Ладно, хорошо. Хорошо. Да, по поводу знаков Самаэля. Далее... Не намекнула, а прямо-таки сказала нам, что осталось всего два знака Самаэля, которые, ну, которые должны быть нарисованы кем-то, кем вы тоже можете догадываться, но пока это еще неизвестно. Конечно, все карты у нас будут раскрыты только в конце. Но, тем не менее, да,
Тем не менее, знаки Самаэли имеют огромную силу и огромное значение здесь. Так же, как, собственно, и все. Здесь все имеет значение. Да что ж такое? Зацепило нас. Сверху еще эта собака. На нас бежит. Эх, нам не пройти, да? Нет, мы все-таки можем пробежать. И бежим все дальше к маяку. И наконец-то добегаем, наконец-то. Что ж такое? Заходи, Гарин. Наконец-то зашел. Посмотрим, как у нас со здоровьем. Нас очень сильно, конечно, повредили. Давайте витаминчиков попьем. И отдышимся. Отдышимся и сохранимся. Это была, была нелегкая, так сказать, пробежка. Но мы справились. Мы добежали до маяка. И посмотрим, что нас здесь ждет. Что нас ждет в этом кошмарном маяке. Маяк имеет, конечно, тоже, опять же, такое сильное значение. Хотя я бы не буду его преувеличивать, безусловно. Wait. Damn, I was too late. Так, что мы здесь видим? Мы видим знак Самаэля, который нарисован прямо на маяке. И кого мы же мы видим? Мы видим Олесу. Это Олеса рисует знаки Самаэля. Когда Лея сказала, всего два знака осталось до прихода так называемой тьмы и до погружения города во тьму. Безусловно, это очень многое нам говорит. То, что Олеса рисует эти знаки. И все, конечно, не просто так. Ну что же, больше здесь смотреть не на что. И мы отправляемся назад. Назад на судно. Но, как вы заметили, Олеса это... Она, так сказать, не воплоти. Это дух. А дух или призрак, называйте как хотите, но... Она исчезает и появляется так же внезапно. Помните, как после подвала в школе она дала нам ключ? Между прочим, не просто так. Еще, да, также она нам показала уж, ну, показала. Тут я уже не могу сказать. Вход в антикварную мастерскую Дали Гелеспи. Sybil hasn't come back. That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Итак, Гарри вернулся назад. Я очень благодарю разработчиков за то, что они не заставили нас бежать через все эти закоулки назад. Просто большое спасибо вам, друзья. И сейчас нам нужно отправляться... Давайте снова сохранимся. Сейчас нам нужно отправиться в парк развлечений. Давайте посмотрим карту. Где он находится? На маяке у нас зачеркнуто. И почему-то у нас появилась стрелка, которая ведет как раз в парк развлечений у озера. Давайте отправимся как раз по этой стрелке. Безусловно, нам придется еще пробежать через милю монстров ужасных. Но надеюсь, не сильно они нас повредят, потревожат. Особенно эти прыгающие. Просто ужас какой-то. Хорошо, мы вышли уже отсюда. И одна собака нас не повредила. Да, во многих частях Silent Hill'а монстров очень много, например, в Origins, третьей части, вот в первой части. Во второй, честно, не скажу.
Но суть в том, что да, здесь в большинстве случаев их убивать не нужно. Можно просто убежать и все. Так, мы здесь видим вход в канализацию, насколько я вижу. Убегаем от собак. Наверное, Сибилла отправилась этим путем в парк развлечений. Фу, и спускаемся в канализацию очень быстро, пока нас не покусали. Опять в канализацию. Ну что же это такое, а? Как же я устал от этих канализаций, дамы и господа. Как же я от них устал. Как же утомляют эти канализации. Да, мы видели Сибилл, и что-то ее схватило или толкнуло. Ну, в общем, да, не все с ней хорошо. Мы опять спустились в канализацию, опять у нас идет некоторое затормаживание, к сожалению, видео. Это карта канализации, курортная зона, парк развлечений. Взять ее? Конечно, конечно, нужно взять ее. Давайте посмотрим карту. Нам нужно пробраться к следующей лестнице. Видимо, да, кстати, здесь мы видим опять еще один знак Самаэля. Нужно пробраться в противоположную сторону. И это уже канализация не такая дружелюбная. Еще знаки, 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 знаки. Повсюду знаки мы видим. Давайте их убивать, пока у нас есть возможность. Нас сверху атакует другой. Ну, в общем, я очень хочу просто пробежать. Здесь пробежать, пробежать, пробежать как можно быстрее. Так, здесь мы ничего не встречаем. Возможно, будут какие-то патроны или аптечки. Нет, к сожалению, ничего здесь мы не видим. И движемся дальше в проход направо, опять же, или налево, или направо, или налево. Давайте уничтожим этого монстра. Давайте его уничтожим. Нас повреждает. Стоял. Ну что же это такое, Гарри? Как же ты так можешь промахиваться? Такие ответственные моменты. Давайте посмотрим на наше здоровье. Да, уже красное. И даже витаминная настоечка не вывела нас на зеленый уровень. К сожалению. Так, где-то был поворот. Почему я его пропустил? Где-то он был. Вот он. Я его пропустил. Но здесь мы видим тупик. Куда же нам двигаться? А, в противоположную сторону. Повсюду знаки Самаэля. Повсюду. Я вам скажу, недаром далее их так сильно боится. Видим тела, как всегда, закутанные, замотанные, подвешенные. И, в общем, настойка у нас. Так, куда нам нужно? Налево, да, направляться? Направо, то есть. Возьмем аптечку. Небольшую настоечку. Видимо, все-таки, как мне кажется, это из-за капель у нас происходит. Да, еще немного у нас здесь. Мы видим аптечку и патрон. Из-за капель, мне кажется, происходит замедление FPS-а. Или просто замедление самой игры, потому что FPS у меня не падает. Интересно, что FPS не падает, но идет стабильное замедление самой игры. Еще одного монстра оббегаем. О, боже мой, это кто? А, это... Отцепись от меня, отцепись. Цепись же от меня. Фух, давайте бежать дальше, пока нас окончательно не слопали. Посмотрим, что у нас со здоровьем. Давайте применим большую аптечку и посмотрим на карту. Так, строго нам налево. Теперь уже точно нам налево и к лестнице. Эти маленькие новые карлики с когтями, острыми, как ножи. Да, нас... Ух ты! Что это?
Кто-то вырвался, что ли, отсюда? Или выпрыгнул, или ломает решетки? Почему мы не можем пройти? Нет, мы можем, можем. Что это? Боже мой, конь, коняшки какие-то? Фу. Да, видимо, это кони из парка развлечений. Такие предвестники. Предвестники его. Так, наконец-то мы пришли в парк развлечений. Мы узнаем, что случилось с Сибил. У нас нет карты этого места. Давайте просто двигаться вперед. Мы видим духов. Давно мы не встречали, кстати, духов. Очень давно. И мы приходим к карусели, которая заведена. Карусель тоже, тоже важная часть, тоже очень важная часть Silent Hill. Она повторяется и в третьей части, и в первой части, потому что они, эти, ну, эти части связаны, безусловно. Где же здесь карта? Есть ли здесь карта где-нибудь? Не знаю, наверное, нету. Ну, давайте вернемся к этой карусели, потому что она какая-то яркая, движется. Нет, мы не можем к ней пройти. К ней не можем пройти. Давайте искать тогда другое что-то. Я не знаю даже. Карты нету, к сожалению, у нас. Карты у нас, к сожалению, нету. Так, и здесь тоже тупики. Тупики, 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 тупики. Сплошные тупики. Итак, здесь у нас сохранение. Уйди, дух. Давайте сохранимся. В таком веселом месте. И так ужасно. Я вам скажу, да. Так, идем вперед. Нет, здесь тоже тупик. Здесь тоже тупик. Что там? Какие-то колонны. Да, так. Еще одна какая-то карусель, но она не работает уже как та предыдущая. Здесь мы тоже не можем пройти. Да, и здесь мы тоже пройти не можем. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу 14-ю часть прохождения по игре Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.